Каждый год наши инженеры, конструкторы и просто энтузиасты сервиса создают новые модели выносов радиаторов, шнаркелей и всего, что связано с этими важными элементами тюнинга. Как только компании Atom удалось запатентовать шноркели для квадроциклов, наши конструкторы стремились улучшить конструкцию шноркеля, сделать ее более надежной. Эти стремления конструкторов и изобретателей воплотить в конструкции все достоинства шноркелей привели к многочисленным проектам. В этом сезоне основные комплекты будут иметь новую конструкцию шноркелей. Новый шноркель – это уже не пластина, а сложная конструкция, которая надежно защищает шноркель от попадания всякого рода предметов, воды и грязи, нередко вылетающей из-под колес. Такой шноркель можно смело мыть на мойках высокого давления. Кроме этих важных функций, шноркель усиливает жесткость конструкции. В его нижней части есть уши, которые крепятся боковым кронштейном, тем самым намного усиливают жесткость. Такое решение значительно снижает поперечные колебания конструкции, которые неизбежно появляются на бездорожье. Новые шноркели разработаны для комплектов на квадроцикл Yamaha Grizzly 700.